На казахстанских шахтах произошло более 10 крупных аварий. Основной причиной был взрыв метана. Последнее крупное чрезвычайное происшествие произошло ровно год назад. Тогда в результате выброса метана в шахте Абайская погибли 6 горняков. Самая масштабная по количеству жертв трагедия произошла 20 сентября 2006 года в Шахтинске. Тогда взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности во время замены вентиляционных труб. Погиб 41 человек.